спросить кое-что. Будьте добры, взгляните на эту цепочку с медальоном. Альбароза не носился? Ошибаешься. Он их обожал. Он этот медальон не снимал. По-вашему, эта цепочка могла ему принадлежать? Могла. Это я подарила ему эту цепочку, медальон, день премьеры Аиды в Луксоре. Но теперь она превратилась в нечто ужасное. Она лежала не в бархатной коробочке, а в одной из кишок аллигатора. Да, это эта цепочка, комиссар. Я, Сирена де Кумар, подтверждаю, это именно та цепочка, я ее узнала. Вы ошибаетесь, Сирена. А в нашем возрасте... У меня космический образ. У меня космический возраст, Камелия, космический. Значит, ваше мнение положительное, в то время как мнение другой дамы негативное. Другая дама – это я. Норма Кверчолини. Итак, госпожа Кверчолини, вы никогда не видели этого портсигара? Портсигар хоть и в плохом состоянии, но золотой. И на нем заметны следы инициалов. Но их не разобрать. По-моему, это тот самый портсигар, который я ему подарила после премьеры. Я заказала ювелиру, выгравировать его инициалы. А теперь их не разобрать. Конечно, не разобрать. Значит, без доказательств. Спасибо, госпожа Кверчолини. Вы сильная женщина. Не падайте духом. Теперь, после опоздания вещей, нет ни малейшего сомнения в том, что замечательный тенор погиб именно так, как вы предполагали. Упал с корабля в Нил и утонул. А ты любил плавать? Ну, немножко, так, чуть-чуть. Он мог держаться на воде часами, изображал утопленника. И в конце концов стал он на самом деле. Его могло нести течение. Стойте мне закрыть глаза. Я вижу его перед собой. Послушайте, тема закрыта. Рано встала. Насколько я понимаю, вы были в очень близких отношениях с Альборозой. Ну, еще вы мне попадаете. Я считала, что у меня всю жизнь думала, что у меня будет сопрано. И пена будет сопрано. Все партии. А он, ну сразу же понял, что у меня драматическая сопрано.